ума сойти. Ладно, что, начнем отсюда вот так вот. Покажем, что. Так, не может точно реально наверх по этой лестнице уйти. Пока они там начнут разборку. А нам же надо вместе, да, как бы. Да, в стачке же должен быть. А? Слезай. Ты же в тачке должен быть, не? Ну, мы вместе, да, должны как бы начать ее. Да. Ты уже начал? Нет еще? А? Нет. Просто там я вижу. Нет! Че? Че ты учишь? Ну типа. О! Так, блин, нереально, сумасшедшая. Ты полезешь наверх? Ну они меня там снимут сразу. Ну я посмотрю, может и заспамлю сразу так же наверх. Потому что хорошая вещь. Блять, меня... Я, наверное, сейчас не успею подняться даже. Бля, шлючу. Сейчас предметы, бронежилеты. Давай. Хорошо. Так, вот. Вот как бы наверху. Вижу крыс. Блять, я еще попадал. Так, броник. Блять, сука, как нахуй? Как? Я их, блять, не могу нахуй отсюда ебануть. О, у тебя миниганом там. Да хули, блять, я и сделаю. Охуевший, блять. Ну вы чё, охуели, блять? Пиздец меня тут нахуй. В расколбас, блять, сука. Не, я наверх пошел. Мне достали. Выбить. Я за тобой прыгнул. А как так? А как они меня тут пробивают? Как они меня здесь пробивают, сука? Вот я их не могу нахуй за эту хуйню пробить. Меня же они умудряются садить. Это здесь только нахуй одних этих бронежилетов, блядь, сука. Которые внизу, займись. Какими внизу? Охуели, бля, я ебу, я реально ебу нахуй эту хуйню. Это пиздец, это нездоровая ебалда нахуй, это как? Один остался, это хуеть, блядь. Ой, вот я здесь поумирал, нахуй. Раз, блядь, пять. Чё это, я не... играет, а еще кто-то с нами тут в этой сессии едет, а, тот там. Давай поголосуем на кик.
Хорошая мысль. Ох, бля, меня лагает, я ебу нахуй. А чё за хуйня? Так. А чё нас так дофига стало здесь? Фиг знает. Сейчас я ему нахуй не контакт наебану. Блять, он нам мешает курума, будет. Сука. У меня же нет ни контакта. Так, сеть. Ты за кого голосовал? Игроки. Мохито? Голосовали. Все, все, тут стоим нахрен. Там еще один какой. Там через 5 минут только голосование. Не выезжай, не выезжай, не выезжай, то сейчас опять потеряется. Этот. Ну бля, ну че ты нахуй? Блять, у меня это заебало лагать нахрен. Машиной не могу управлять. Чё за нахуй? А, блять, я же сзади сижу. Ёбаный насрать. Театр. Че, еще одна, да? Еще две. Еще две? Игроков можно не чаще раза в несколько минут. А в течение 5, по-моему. Ну пиздец. У меня, короче, все забагалось. Нет, все отбагалось. Вот тут заезд. Короче, мне кажется, у тебя с Энетом чё-то. Да, говорю, мне сейчас должно его уже выключить. Не, потому что он кончается лимит. По-моему, у меня тут остаточная хуйня, которая пипец какая. Да.
такая остаточная, не остаточная прям. Как я ж того стянул. Тут в минусах одно убийство. Вот все открыто. Смерть с дымящим стволом. Зачистка 800 РП. Видел, да? Видел? Итак, дорогие друзья, мы прошли бандитские разборки же это, да? Это конец или нет? Ну все, в принципе. Все же дали ачивку. Это та самая татуировка или нет? Бандитская, сейчас посмотрю. Смерть с дымящим стволом. Так, то есть у нас есть статистика. Где на ней награда? Или как открываем предмет? Награды. Награды. Просто награды и смерть. Смерть с дымящим стволом. Да, завершено. То есть мы получили вот сейчас только что на ваших глазах платиновую награду за чисто одержать 5 побед в бандитских разборках за один день в течение одного сеанса. Все, дорогие друзья, мы это выполнили. Есть. Теперь у нас есть татуировка «Смерть с дымящим стволом». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.